Мы уже рассказывали о том, как преобразился подземный переход на площади Революции. Но архитекторы на этом не остановились и решили пофантазировать над внешним обликом перехода. Челябинск преображается с каждым годом. Например, реконструкция Комсомольского проспекта или большие граффити, которые появились на стенах жилых домов. В прошлом году в самом центре города новый облик обрел подземный переход на площади Революции. Изнутри теперь нет ларьков, а на стенах нарисованы портреты Высоцкого, Цоя и Джаггера. В этом году хотят изменить надземную часть перехода. Архитекторы уже предложили 4 варианта, как могли бы выглядеть входы и выходы. Особое внимание уделяют функциональности и эстетике. С технической точки зрения конструкции уникальны и никого не оставят равнодушными.